Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Виталий Балашов. Вы на моем канале. Ну или как еще раз повторюсь, андачник, уже привык просто. К прошлому названию канала. Ну и сегодня у меня блог о моей маточке. Мирники. Вы ее еще, я вам ее вообще еще не показывал. В общем, эту матку я поймал летом. Она очень долго не хотела развиваться. Она где у меня только не сидела. И в пробирках, и в соусницах, и во всяких гипсовых формикарях. Нигде, даже яичка не было. Я уже хочу подкидывать рабочих. А тут, как назло, ни одного рабочего мирника на улице. Ну и когда я ее переселил в эту гипсовую пробирку, как-то смотрел на нее, а у нее такой большой-большой такой упитанный пакет яиц. Я сразу же ей кинул макречку, насыпал несколько семян мака, даже и сиропа налил. Макрицу она немного покромсала, сироп весь выпила, семена сложил все в дальнюю кучку, но их не ест. Вообще, я даже моя колония мирмик семена тоже не ест, хотя я и не сыпала. Вот такая вот маточка. Также эта матка такой темный касты. Я таких не видел. Когда я наловил много маток мирмик, это была самая большая и самая темная. Вот. Очень жду появления рабочих. Чуть попозже покажу формикарий, который я специально сделал для этого вида, так, на всякий случай, чтобы если в будущем они размножатся, их будет очень много, то тогда я их переселю. Вот моя гипсовая самоделка. Она еще, конечно, не доделана. Камеры здесь глубокие. Она будет смотреться вот так. Вот здесь вот проход. Вот. Будет вот так камера. Я закреплю ее. У меня есть аквариум. Я закреплю его магнитиками на стекле. И он вот так будет смотреться. Будет очень красиво. Конечно, он еще не доделан. Он сейчас обсыхает. Ну, вот такой вот. Возвращаюсь к матке. Мирмики не очень любят селиться в таких сухих местах относительно. Они больше любители под каким-нибудь камешком, где много пищи, белка особенно, всякого. Для садоводов они довольно большая проблема, так как сладкое они любят и трю доить умеют. Развитие от яйца до муравья составляет около месяца. Ну, может.
может быть, там 3 недели, где-то так. Но не очень долго. У моей матки там спрятан этот пакетик. Там в гипсе была небольшая такое углубление. Она его немного расширила и там прячет яйца. Матка очень красивая, прозрачная такая. Матка очень блестящая. Прямо таки сказать, королева красавица. Такая блестящая очень. Через шприц ее очень плохо видно. Когда я ее переселю в формикарий, обязательно покажу, как она пожила. Ну и напоследок покажу вам свою колонию мирники. Мирник. Как вы знаете, недавно я их переселил вот в такой вот формикарий. Там они живут хорошо. Гипсовая самоделка им очень понравилась. Когда я их переселял в новые формикарии, в гнездо заходило очень много муравьев. Но матка со свитой и с расплодом туда не переходила. Тогда я начал их засветлять. Учитывая то, что этот вид довольно стрессоустойчивый, ну то есть не реагирует, прям бегают везде, там у них паника. Нет, они реагируют довольно спокойно, но быстро и эффективно. Перетащили вначале, выбрались вначале в ближней камере около входа, а потом уже через арену пришли прямо в новое гнездо. Перетащили туда все свои личинки. Сейчас у этого вида диапауза, так что я их особо не тревожу. Сироп они с удовольствием пьют, вот как вы можете видеть. Вот у них капли, они ее прям недавно пили. Они очень красивые. Я сейчас вам попытаюсь их показать поближе. Вот. Очень милые, красивые мураши. Очень рад вашей поддержке. Что у меня появилось аж на 4 подписчика больше. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Конечно, вы еще на прошлом ролике вы еще не набрали 15 лайков. Но все равно. Из-за 4 подписок я сразу выпустил еще один ролик. И буду стараться выпускать их как можно чаще. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.